Здравствуйте! Сегодня мы вам покажем, какую роль играют в роли атлета характер. Есть разные средства для достижения цели. Фармакология, спортивное питание, методика тренировок, методика восстановления. Есть разные способы достичь результата. Но одно из важнейших качеств атлета – это характер. Сегодня мы постараемся проявить характер и достичь поставленной цели. Сегодня я попытаюсь покорить эту вершину не один. Мы попытаемся сделать это всей командой. Весь состав М4 сегодня на ступеньках. Смотрите. Первые три четверти были совсем несложными, потому как с моим собственным весом 92-102 на спине ощущались не слишком тяжело. Дыхания хватило, всего минута работы, это вполне привычная для меня задача. Сложновато было только в последней четверти движения. Начали забиваться ягодичные, верх квадрицепса, но я вполне нормально справился. И как результат, минута. Характера понадобилось совсем немного. Мы надеялись, что будет сложнее. Все остальные ребята тоже хорошо справились с заданием. Лена Пакиченко, с которой мы выиграли недавний чемпионат Украины, тоже хорошо справилась, показала время такое же, как и я. Ну, чемпионы наверху с одинаковым временем. Все справились с заданием. Вес штанги 102,5 килограмма. Количество ступенек 103. Мы готовились бороться значительно упорнее. Поэтому характера понадобилось немного, лично мне. Чуть больше минуты, 103 ступеньки, 102,5 килограмма, и я наверху. Все остальные тоже хорошо справились с заданием. Неделю назад прошел коммерческий турнир в Кировограде, Казах Челлендж, который я выиграл. У меня не было прицела на этот турнир. На самом деле я готовился еще на июльский Кубок Украины по кроссфиту, на который я не попал, потому что начал подготовку к походу в горы на Казбек на 5000 метров. Меня потянули горы, и Кубок Украины по кроссфиту я пропустил. Поэтому неожиданно подвернулся такой коммерческий старт с хорошими участниками, с хорошими комплексами, которые мне посчастливилось выиграть. В следующем видеосюжете мы расскажем вам, как создать свой дворовой спортзал. Я покажу свою тренировку на улице, и вы посмотрите, насколько все это просто, насколько функционально и насколько полезно.